Если у вас мигрень, есть еще такой способ. Возьмите черный перец. Вы знаете, да, о чем я? Возьмите черный перец. Я уже видео делал на эту тему на узбекском языке. Возьмите по две штук и засуньте в изюм, сушеный изюм. Понятно? Засуньте. И в прямом смысле надо 3-4 раза в день до еды на голодный желудок разжевать. Понятно? Разжевать – это устраняет, изюм устраняет горечь и попадает внутрь. Во, короче. Он разжижает кровь, устраняет, если будете употреблять, ну, 3-4 раза в день. А? Ешьте, разжевая, устраняет слизь, где у вас есть пищеварение, ну и так далее, и так. Ну, попробуйте. Попробуйте. Хорошо? Но сделайте отзывы, чтобы я знал, помогло или нет. Хорошо? Это черный перец не только мигрень, но и другое, много еще чего он умеет. Попробуйте.